ресторан красоты «La Cafe de Beauty», творческая студия позитивного мышления и сила позитивной мысли Татьяны Салмановны Мактум Сайфу. Небольшая зарядочка, а потом холодный душ, потому что горячей воды нету. Зарядочка и холодный душ. И зарядочка перед двумя зеркалами. О, чтобы видеть, какая феерически красивая звезда. Татьяна Салмановна уже продумывает эту феерию. А потом к такому моему этому ужину, как в Париже, одену это платье. Еще в Америке покупала это платье с накидочкой. Какая красота! Может быть, еще эту жилеточку. В общем, не будем, да, по-моему, не будем отвлекаться от зарядочки. Салмановна вообще все болезни лечит холодом. Вот как раз великолепная перспектива. Горячей воды нет. Это нельзя сказать, что в качестве рекомендации для вас. Каждый должен думать сам по этому поводу. Потому что Татьяна Салмановна закаляется уже давно. Вот. Это не является рекомендацией, я просто рассказываю о себе в этом плане. Ну, что я сказала, всякие вот эти вот детоксы. Будем с вами обсуждать эти массажи, самомассажи, в общем, как-то вот так. Ну что, такие махи руками. Поэтому сегодня этот душ займет мало времени. Ну, холодненькая водичка. Тебя так как взбодрить после этого, там, 9-часового сна. Я сломала. Нужно взбодриться холодненькой водичкой после 9-часового сна. Ну, как-то вот там Наталья правильно говорит, сон. Немножко спорта. Так что вот. Ох, это как красиво. Как там, Луиза Хейс. Ох, я люблю себя. Просто божественно красиво. Божественно красиво. Может, танцы живота, может быть, плавно перейдем к танцам живота. Это я перед зеркалами. У меня там здесь коллекция зеркал. То, что вот это вы тоже так немножко можете немножко поприсутствовать. Ах, они так хотят подглядывать. Ох, да, за эти зарядочки. Как безумно делает зарядочку. Сегодня у меня в ресторане. Какое меню, Татьяна Салмановна?
Что-то у нас в меню в ресторанах. Ну что, у меня есть вареные куриные яйца. Надо помыть помидорку, салата, свежие помидорки. Куриные вареные яйца. И что вот, макарошки сварю с соевым мясом. Что там еще такого интересного? В принципе, там еще гречку можно помыть. Ну, холодная вода, ну ничего, этим горяченьким. Помылась мылом, горяченьким этим. Окачу. Так что вот, помидорку. А, еще что, еще черная икра, конечно, черная имитированная икра. Не надо забывать об этом. Эти упражнения полезны для талии. И вообще, легкая зарядочка полезна для всего организма, для суставов. Упражнение на грудь. Движение, что такое, прям такое, что сверкает, что сверкнуло. Такой уже легкий загар, уже у меня чувствуется такой легкий загар, несколько раз загоралась, такой легкий загар чувствуется. Чувствуется вот эта чакра, вот нужно разрабатывать. Чакра, ты чувствуешь вот это вот, это место. Такая легкая ходьба на месте, вернее, подъем пяточек. Массаж стопы, эротический массаж стопы. Вот это эротический массаж стопы. Мы с вами будем говорить еще это. Вы как говорится в этом в разделе. Что такое сверкает? Что такое отражение немножко сверкает? Что это такое немножко? Такой эротический массаж пяточек. Поднимаем активно пяточки. Поднимаем активно пяточки. Можно, одна минуточка даром не проходит, там видео не загружаются. На странице ВКонтакте. Грудь, чтобы грудь была красивая. Ах, такая молодая, красивая грудь. Так 8 минус 30, 18. Ну что тут надо еще, да, еще эти. Денежные прохлопывания по системе Натальи Правдиной. Немножко так себя прохлопаем. Хотя эти прохлопывания и Коновалов тоже советовала. Эти прохлопывания. Немножко
так, это похлопать. Ну, Наталья Правдина тоже советовала такие денежные прохлопывания. Сколько тут уже? 10 минут. Такие денежные прохлопывания. Такие восьмерочки, так нужно эротически. Такие восьмерочки. Восьмерочки. Прям команда. Восьмерочки. Нужно посмотреть, как эти восьмерочки делаются. Легкая ножка. И восьмерочки. Реально нужно расслабить. Расслабить вот это, да, немножко. Немножко здесь оно в зажиме. Поэтому в ногах чувствуется тяжесть. Здесь нужно эти, как там называется? Ламбада. По теплому горячему песочку, ламбада, свежий воздух. Ах, эти девчонки болевут. Да. Вы такой расслабленный, красивый. Видите себя красивый, супер красивый. Потеснее пиджачок. Ах, ну да, же по системе пиджачок. Ну что, еще немножко зарядочки. Водичка. Ну что, давай крупным планом. Покажем мне крупным планом, мама такой белкани. Что мне сегодня? Росдолг? Росдолг звонил. Автоответчик Росдолга, Татьяна Салмановна сегодня звонил. Поднимаю трубку, там это автоответчик, это Росдолг. Татьяна Салмановна из Петроэлектросбыта ждет, так скажем, она написала письмо в Петроэлектросбыт. Они сказали, что ответят. Что у них много работы, что они ответят. Ах, эти мужчины, у них там вовсю идет работа. Да, днем. Татьяна Салмановна такая днем спала сегодня весь день. Легла с утра, я такая легла с утра, спала весь день, ну практически. Вот там посмотрите. Легла спать я с этого с утра, все занималась. Моя страница ВКонтакте, Фейсбука, каналами Ютуба. Ну, в перерывах тоже вставала, а так встала недавно. В общем, целый день сплю. Ох, это как красотка. Ну, они там работают. Шумят немножко. Ну, днем шумы это нормально. Днем шумы это нормально. Но мне это особо не мешает. Видите, у них там еще песка. А у них, я думаю, что за шумы? У них там еще больше песка появилось. Было там 20 кубов, стало, наверное, 40 кубов, это, или они вырыли это откуда-то. У них там больше просто песка, земли стало. Думаю, что такое там? Что за шум? Что это за шум такой? Вот. А, ну понятно, понятно. Ах, погода шикарная. Погода просто шикарная. Ну что, к холодному душу? Видео там у меня загружается. Видео загружается. Сейчас здесь поставлю на зарядочку. Сама пойду в душ. Быстренько здесь я загружаю. Загружаю. Что тут? Видео сейчас загружаю. Сейчас следующее поставлю. Вообще, говорят, из ведра полезно вот этой холодненькой водичкой, но из ведра. Ведро нужно, это специальное. Такой быстренький душ.
холодной водой. Просто как в проруби. Видео сейчас выставлю очередное загружаться. Ох, и такая оргазмическая. Ну что? Ну а что, Дина Салмана, что ты делаешь? Воды? Это Дина Салмана все уговаривает. Дина Салмана редко, я редко принимаю такой вообще холодный-холодный. Я вообще такой, да, люблю, знаете, вот это вот. У меня такая своя система закаливания, своя система. Что-то как-то здесь у них к этой штуке, в общем, как нужно прибраться. Туда как-то убрать, да, или что тут? Немножко убрать, ну ладно, так-то нормально, в принципе-то. А, здесь нужно это будет. Красивее это было. Как-то вот так вот так вот поставить эту штучку, чтобы красивый такой пейзаж был. Пейзаж красивый. Контрастный душ, контрастный. Я вообще холодные, холодные особо не люблю. Вот, холодные не люблю, а что делать, когда воды горячие нет, они еще не подключили воду. Так что вот, взбодриться надо. Горячей воды нет, значит будем холодным взбадриваться. Будем взбадриваться холодным. Холодной водой. Поставим ведёрочко сюда. Туалет в ручном режиме. Мамы туалет в ручном режиме, просто как Светлана Ермакова из деревни, в Сибири. Да, мы спрашивали, как эти студенты-мальчики в Сибири, как в волейбол. Как это вот мальчики в Сибири? Сибирские мальчики, студенты. Супер эротическая. Ну что, тебе их уговаривают? А что уговаривают? Это практически как в океане. Такой холодный океан. Немножко холодный океан. Ну а что? Что тут делаешь? Океан немножко холодный. Так что вот. Это вроде Таиланд. Так что считайте, что вот этот океан нужно быстрее. Быстрее тут это. А, сейчас ногами, да, вот этот холод. Ёлки-палки. Быстрее. Появится.
наверное, хватит. Ну что, Паша, что? Еще ручки немножко сюда, давайте уже, чтобы блистать. Все, сама нравится, все. Ох. На первый раз после такого этого длительного перерыва. Короче. Теперь что, растирание. Короче, теперь нам нужно это сильно растирать. Блин. Ну да, я такая искупала по виски в яде. На этих ледниках. О, ну тут смотри, ножки, да, это ножки, ноги уже вообще. А, в чем польза? В чем польза, когда включают воду? А, в чем эта польза? Надо теперь растираться срочно. Срочно растираться. В чем польза? Сейчас обсудим. В чем польза, когда отключают воду? Ох, я уже такая. Сейчас буду такая растираться. В чем польза? Вода? Закаливаться можно, закаливаться. Плюсы. Ищем эти плюсы. Сейчас это видео я загружаю. У нас же ни минуточка даром не проходит. Ох, да. Надо было, конечно, еще помыться. Но вот такой в этих в ледниках, я не знаю, в проруби, наверное, вряд ли кто будет туда мыться. В этом проруби. Хотела помыться, но только вот так вот, как-то вот так, только это, как говорится, как-то мельком быстренько. Ну, чаще надо. Ох, да. Ну что, сейчас-то. Растирание. Ох, да. Это что, Татьяна Салмановна, так ноги лечит, у меня ноги болят. Зато все, знаете, вот это, два раза окатилась холодной водой, вообще никаких болей. Боли вообще сразу моментально улетучились. Боли все улетучились просто моментально. Ох, как хорошо. Здесь водичка, значит так, водичка здесь у меня уже закипит. Видео загружается, водичка закипит. Сейчас я вам туда поставлю. Как я тут готовлю себе эту штучку. Сейчас штучку сюда. Как я могу это готовлю эту ужину в Париже. Ну да, ледники закаливания, это, как могу сказать вам, в общем, короче, адские боли в ногах, намного хуже, чем, короче, вот это вот обливание. Так что вот. Сейчас обсохну. Сейчас что у меня? Здесь у меня еще макарошки есть, но нужно еще других. Сейчас нужно это помыть помидорку помыть, чай
стаканчик поставим. Чайничек. Чайничек, медовку с мылом, сейчас помоем. Полоскну, значит так, эту штучку полоскну, тарелочка у меня чистая, мытая, тарелочка мытая. Чайничек сейчас кипит, сварю макарошек с соевым мясом, помидорку я уже помыла, видео загружается, да, мне еще показывают, что мало места на диске, ну да, надо, там мне нужно освободить, конечно, место на диске, да, там куча этих видео. Ах, такая я звезда. Ах, хочет какие-то танцы. Вообще, знаешь, так, такого, как танцы. Все сама, но не надо забывать. Вот в ритме аргентинского танго, в ритме танцев живота нужна, конечно, вот не просто там зарядочка, а вот так вот какие-то восьмерочки. Ты же знаешь. Что нужно еще так это, в общем. И настроение хорошее, и чакры. Так что вот. И зарядочка, потому что, да, буду скоро, 8 часов. Кстати, я принимала душ с утра,
Я принимала душ с утра где-то 8:30. Уже шла прохладная вода. Имейте в виду, что они отключают не в 10 утра воду, как на объявлении. Они стали ее отключать 2 часа. Напор горячий отключили. Такое чувство, что бойлер был отключен. Знаете, вот была прохладная вода. Мылась я прохладной водой с утра сегодня. Ну, таки нормальненько, но прохладная — это вам не ледники. Понимаете, прохладная вода — это вам не ледник в этих, где-то там, где эти ледники-то бывают. Так что вот. Видео уже загружаю. Ну что, давайте сюда, к этому Ютубу, что посмотрим здесь. Светлану Ермакову или Наталью Правдину. Что, про измену? Ну, про измену мы не будем слушать. Что-то вот Светлана Ермакова про измены, там вот это вот. Давайте не будем это про измены. Не хочется это с утра. Денежная формула Мерфи. Ну, давайте послушаем. Наталью Правдину, денежная формула Мерфи. Это другое дело. Приветствую вас, дорогие друзья. Сегодня я хочу прочитать вам текст молитвы «Формула мультимиллионера», который написал Джозеф Мерфи. В книге Джозефа Мерфи и его молитвы помогли уже сотням тысяч людей. Пусть этот прекрасный текст поможет и вам. Слушайте его вечером перед сном и утром после пробуждения. И уже через месяц вы заметите удивительные изменения в своей жизни. Итак, слушайте, принимайте в себя эту энергию и смотрите за тем, как меняется ваша обстоятельство. Я понял, где находится вечный источник всех богов, который никогда не иссякает. Меня направляет на всех моих путях божественная сила, и я принимаю все новые идеи. Бесконечный интеллект постоянно открывает мне лучшие способы служения моим ближним. Он руководит мне и направляет на создание продукции, которая явится благословением и поддержкой человечества. Я могучий магнит и притягиваю сказочные богатства путем обеспечения людей продукции и системы обслуживания высшего качества. Я постоянно настроен на высший интеллект и истинную сущность богатства. Высшая божественная сила постоянно руководит всеми моими планами и целями. И все мои достижения основаны на той истине, что Бог руководит и направляет меня во всех моих
предприятия. Я все время, внутренне и внешне, пребываю в умиротворенном состоянии. У меня огромный успех. Я единое целое с Богом. А Бог всегда преуспевает. И я также всегда преуспеваю. И сейчас я преуспеваю. Я быстро схватываю суть всех деталей моего бизнеса. Я излучаю любовь и доброжелательность на всех окружающих меня людей и всех служащих. Я наполняю все разум и сердце божественной любовью, силой и энергией. Все те, кто связан со мной, являются духовными звеньями моего роста, благосостояния и процветания. Я делаю все во славу Бога. Я становлюсь мультимиллионером. Джозеф Мерфи. Желаю вам, чтобы эти прекрасные, благотворные слова произвели феноменальный эффект в вашей жизни. Высшая божественная сила
постоянно руководит всеми моими планами и целями. И все мои достижения основаны на той истине, что Бог руководит и направляет меня во всех моих предприятиях. Я все время внутренне и внешне пребываю в умиротворенном состоянии. У меня огромный успех. Я единое целое с Богом. А Бог всегда преуспевает. И я также всегда преуспеваю. И сейчас я преуспеваю. Я быстро схватываю суть все детали моего бизнеса. Я излучаю любовь и доброжелательность на всех окружающих меня людей и всех служащих. Я наполняю свой разум и сердце божественной любовью, силой и энергией. Все те, кто связан со мной, являются духовными звеньями моего роста, благосостояния и процветания. Я делаю все во славу Бога. Я становлюсь.